Коррупция является основной проблемой в нашем государстве. Представьте себе, сколько денег расходится по карманам, сколько денег расходится на хабари, как бы то мовити, и сколько денег могло бы пойти в тот же момент в бюджет, сколько могло бы уйти в городские бюджеты, сколько можно было бы потратить на ту же армию, на детские дома, на школы, на улицы, на разваливающийся город. Так вот, мне хочется сказать, что рыба гниет с головы – это хорошее оправдание для хвоста. Когда, так скажем, пересечные громадяне, да, обычные граждане Украины делают то, чего они не хотят, чтобы делали верха, то о каком улучшении может идти речь? Так или иначе, единственным подвижкой в этом вопросе я наблюдаю появление полиции на наших улицах. Я еще ни разу не слышал, чтобы эти люди брали взятки. Это не реклама полиции, безусловно. Но в тот же момент находятся люди, которые ругают этих ребят. Они неопытные, у них много что не получается. Но так или иначе, представим себе предыдущие органы контроля на дорогах и современные органы контроля на дорогах. Есть плюсы, есть минусы. Но огромный плюс – это то, что, по крайней мере, о взятках мы на данный момент не слышим. Так вот, давайте будем меняться. Давайте вместе с нами изменится Украина, так или иначе. Элементарный вопрос патриотизма, если мы его затронем, он начинается с самого детства, он начинается с воспитания малышей. И так как мы воспитаем наше будущее поколение, так и будет дальше, так мы будем жить дальше.